Сверхсекретный спутник с ядерной боеголовкой. Международная группировка террористов. Правительство в заложниках. Президенты остальных эвакуировали. Тайный передвижной штаб. Хочу привлечь ваше внимание к опытным военным с автоматами в руках. Они готовы открыть огонь. Только одна проблема. Еще герои есть? Вернулся Кок из фильма «В осаде». Кок из меня так себе, но кое в чем я преуспел. Обстановка накаляется. Это 45-й, так? Да. В прошлый раз он был в открытом море. На этот раз весь мир у его ног. Стивен Сигал. В осаде 2. Это я умею.